Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2014 года выпуска. Комплектация S-Monotone в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, 143 лошадиных силы, на КПП передний привод, литые диски на хорошей зимней резине, имеется спойлер, хромированные ставки, ветровики, повторители в зеркалах. По салону у нас комбинированный салон, ткань кожа с белыми вставками, три ряда сидений. Климат-контроль, кондиционер, спорт, эко-режимы, мультимедиа, имеются подрулевые лепестки, антиюз, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 116. 100, 105, 110, 110, 110, 104, 104, 111, 86, 125.